улицу в мире, с вами Гул Фири. Сегодня вместе с вами будем кататься на нашем новом лыжном самокате. Мы его уже собрали, я на нем чуть-чуть проехался, скажу вам честно. Это просто бомба. У него такой хороший накат. Смотрите, какие у него широченные лыжи. Вот здесь вот для лыж специальные кронштейны сзади и спереди. А также у них можно менять положение. Можно их делать длиннее, то есть ставить длиннее, а можно короче. Для наших горок нам подойдет короче, и маневрировать будет легче. Поэтому мы поставили более короткий вариант. Но давайте мы сначала его с вами соберем, а потом будем кататься. Смотрите, какой скотч. Hellride. Руль ушкой. И он еще с этим, с прорезью, короче, ну, более такой укрепленный. Инструкция от Hellride, как собрать самокат в виде небольшого комикса. Правда, у нас немного не такой самокат, но ничего страшного, все они одинаковые. Кстати, он у нас идет на хик-системе на трехболтовом зажиме. Смотри, какая тут дека, она широченная. Вот здесь вот кронштейн под лыжу. Так он еще какой-то настраиваемый, тут какие-то регулировки. Так дека еще и шипованная. И крепление есть для ноги. Мне кажется, это для того, чтобы ехать без рук. То есть, чтобы у тебя самокат из-под ног не улетал, как на сноуборде. И сзади, смотрите, кронштейн какой. А бонусом я только что отрыл наклеечки. Вот такие вот. Крутой комплектик. О, какая здоровая задняя лыжня. Она еще и сделана из нескольких слоев. Смотрите, вот какой-то... пластик, наверное, оранжевый, потом слой дерева, наверное, потом еще один слой, и еще. Из 5 слоев состоит. Мне кажется, ее будет невозможно сломать. Выправим на вкус. Нормально, но тверденький. О, получилось. Пакет разорвался по шву. О, а какой тут материал? Дайте потрогаю голой рукой, так скажу вам. Я даже не знаю, на что это похоже. Как будто бы на лакированную древесину. Но она такая увесистая, такая здоровая, широкая. Мне кажется, она будет так стойко стоять. Кстати, ее потом можно будет использовать отдельно, как этот, как сноуборд. А вот маленькая передняя лыжня. Кажется, маленькая. А если так посмотреть... Кстати, гаечки уже запрессованы в самой доске. Вот. Все, мы уже идем на горочку. Вон горочки. Сейчас будут первые испытания. Пока едем, давайте попробуем сделать дрифт. Смотрите. Блин, на маленькой скорости не получается. Ща. Давайте фейки. Самый легкий трюк, который можно сделать. Ну, 180. Вон эти, короче. Не. Он слишком тяжелый для таких трюков. Сразу чувствую, что под видео будет целая куча вопросов, где я купил этот самокат. Поэтому сразу говорю. Ссылочка на магазин в описании. А также не забывайте мой промокод IvanCool. Он вам даст скидочку. Давайте начнем с самой маленькой горочки, потому что самокат новый. Кстати, направляющих у него нету. Он дрифтит. Поэтому первая горочка должна быть маленькая, пристрелочная. Погнали. Ой, его заносит. А нет. Кстати... я заметил, то, что его заносит только тогда, когда ты прилагаешь к этому усилие. То есть, когда ты сам пускаешь его в занос. Но как только ты его расслабляешь, он сразу выравнивается. Поменяли самокатами, сейчас я попробую на Димином. Мне кажется, он будет ехать увереннее, но накат будет меньше. Потому что тут пластик, а тут как будто бы какая-то лакированная древесина на ощупь, как настоящие лыжи. Все, погнали. Погнал. Едет Дима, и я еду следом. И затормозил, даже не сбил его. Ну так как-то неинтересно. У моего накат побольше. Я прям туда далеко доехал, на метров 10 дальше. Все, погнали чуть повыше. Я думаю, все будет хорошо. Ой, не, его вначале... да, его вначале сильно заносит, а потом в конце становится плавно и круто. Смотрите, вот они недалеко приехали, а я их сейчас посбиваю, потому что у меня накат лучше. Тихо. Ну, накат, конечно, на нем жесточайший. Давай вон на ту более длинную. Нет, давайте я на длинной дам. Я на этой не сильно хочу, она какая-то ледяная, на ней опасно. Давайте, ваши ставочки, доеду до озера или нет? Мне кажется, что с моим накатом это будет проще простого. Погнали. Ой, доехал, так еще и скорость осталась. Я официально побил все рекорды. Вот докуда вы доезжали все и докуда вы доехал я. Кстати, мне кажется, сюда никто не заезжал. Просто здесь
дети выкапывали лед. Кстати, это не лед. Блин, это вода какая-то наполовину. Тут лучше вообще не ходить. А Димин не доехал. Диме еще 20 метров оставалось. Все, я погнал над Димином. Ой, а у него ноги на деке не держатся. Дека уже полностью в снегу, а до шкурки ноги не достают. А у меня шипы, они держат плотно. Вот сейчас Дима вам покажет мастер-класс, смотрите. А на озеро? Занесло. Занесло. Смотрите, можно проехаться вот так вот наискосок. Все время наискосок. А теперь еще на дрифт. Блин, ну крутяк. Я довольно-таки далеко проехал. Кстати, смотрите, что у нас было еще в коробочке, я не заметил. Браслетик от Hellride. На нем вот такой вот значок ездящего мальчика на самокате. И написана цитата. Scootering is not a crime. Кто знает, как это переводится, пишите в комментариях. Где Дима? О, смотрите, вот сейчас Дима точно доедет до льда. Смотри, смотри, подходит ближе. Ну, как так? Ты ноги в коленях сгибай, чтобы они амортизировали. А то он едет на прямых ногах, его вот так вот подкидывает. Ой, он так хорошо едет по этой дороге, как на настоящем. Вообще крутяк. Еду как будто бы на настоящем, но при этом на обычном. Все еще так смотрят. О, видели? Словили взгляд пацанчика. О, трамплин! Вот, на трамплин погнали. Сейчас будет первый спуск, точнее прыжок на трамплине на этом самокате. Погнали. Эй, блин, криво полетел и заднюю лыжню в полете занесло. Нужно еще одну попытку. А вот у Димы нормально. Просто я вот говорю, направляющих нету, я сразу как-то боком вылетел и упал из-за этого. Для первой попытки это нормально. Тем более я приземлился, чуть-чуть продрифтил, а только потом упал. Что, смотришь, нравится? А лайк забыл поставить? Ну так ставь. Смотри, сейчас будет мега прыжок. Погнали! О, вот сейчас было хорошо. Ой, и теперь Дима, сейчас он упадет. Не упал, ну ладно. Все-таки этот самокат не для таких горок. Этот самокат для таких длинных горок. По 100, по 200 метров. Там, где ты едешь вот так влево-вправо, влево-вправо. Вот это интересно. Кстати, можно здесь попробовать спуститься зигзагом. Но я думаю, не получится. Оп, 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 оп. А, блин, не, на нем зигзагом не получается. Тут очень сильный уклон, и его заносит, поэтому повернуть зигзагом здесь нельзя. Давай с трюком. Сальтуха. Нормально, погнали дальше. Давайте попробуем проехаться по горке, еще по непробитой, непроложенной трассе. Посмотрим, как он себя здесь поведет. О, ну стабильно едет. Тихонечко сам себе пробил дорогу и проехал. Ой, смотрите, колея такая после меня осталась большая, широкая, длинная, а главное красивая. Вот, нашел самую большую длинную горку с правильным вот таким вот уклоном. Сейчас просто буду ехать и наслаждаться. Хотел здесь, самой высокой, но с нее страшновато. Давайте сначала с маленькой попробуем. Ой, ну маленькая вообще детская. Я думаю, даже нет смысла до конца доезжать. Давайте возьмем побольше. Вон, средненькую. Эх, ты тут эту глыбу положила, если бы я в нее врезался. Лишнее. Вот смотрите, снег на деке. Кажется, держать не будет. Зацеп ужасный. Оп, а у меня здесь шипы. И все. Ну вот здесь вот, правда. Все, чистенький. Можно сразу в машину ложить и не будет мокрым. Горочка повыше. Потом останется высокая и самая высочайшая. Все, погнали. Сначала с этой. Ой-ой-ой-ой-ой! Офигеть, там резкий спуск в конце. Я там чуть через руль не вывернулся. Не-не-не, не едь! Не едь туда! Едь на другой. Это слишком жестко. Еще можно от вон туда скатиться. Да нет, там фигня какая-то. Это очень маленькая горочка. А, зеленая, это ж елка. Нет, 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 нет. Фух, все, устоял. Так, ну погнали. О, проехал, смотрите, как далеко еду. Вообще крутяк. Вау. И сугроб пробил, но насквозь не пролетел.
Все, погнали самой высокой, с горки смерти. Так, нужно посмотреть, куда ехать, а то тут везде бугры, нужно выбрать самую лучшую. А, не, нормально, нормально, все, можно ехать сразу. Блин. Погнали. О, так не все так плохо, он довольно-таки плавный. Дима устал, предательски оставляя нас. Но я хочу еще раз проехаться с этой горки, она мне очень понравилась. Я просто поехал не по колее и поэтому сильно затормозила. Сейчас поеду там, где накатано. Погнали. О, смотрите, какая скорость, как меня понесло. О, так я еще сугроб насквозь пробил и поехал дальше. Так, так, все. Раз, два, три. Полетели! И супер! Дрифт, 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 е-е! Смотри, а теперь вот здесь на спуске фейки. Блин. Кстати, из-за того, что он тяжелый, он менее травмоопасный. Потому что легкий, если бы он упал, он бы, возможно, потом еще поскакал и придавил бы меня. А этот упал и стоит как вкопанный. Давайте попробуем сделать наши любимые трючки. Первый трюк, который мне здесь приходит в голову, это барчик. Потому что тут бар крутится легче всего, все остальные детали очень тяжелые. Смотрите. Ага. Вот если бы снега не было, было бы легко. О, почти, сейчас будет, вот сейчас. Ай, назад начал ехать. Кстати, из-за того, что у него нет направляющих, можно просто вот так вот стоять и накручивать бары. Давайте небольшой, вот прям кратенький-кратенький обзор вот этих двоих. Вот этот полноразмерный, большой, крутой, универсальный. То есть вот он сделан хорошо. Да и вот этот тоже нормально, а я на нем уже второй, а может и третий год отъездил. Даже лыжня, пластиковая лыжня, не отлетела. Вот этот вот самокат больше для детей, потому что он маленький и легче, а этот уже для подростков. Он более такой крутой, брутальный. Оба этих самоката от фирмы Tech Team, но я их покупал на Hellride. Поэтому, если вы хотите купить тоже, я вам обязательно оставлю ссылочку в описании. А также не забывайте про мой промокод AvonCool, который можно ввести при покупке, потому что он дает скидочку. Ну, думаю, пожалуй, закончим. Давайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайки, кому понравился наш мега обзор и мега крутые покатушки. А также пишите в комментариях, какой вам самокат понравился больше. Лично мне понравился вот этот, потому что он больше, ну, такой брутальный, крутой. Все, всем пока, я пошел кататься дальше.